Дорогие друзья, всем привет! Мечты сбываются. Надо только верить и надеяться до последнего. 3 года я все-таки мечтала о своем доме. И вот она, эта мечта сбылась. Вот такой вот дом небольшой, огород хозяева оставили. Там и помидорки собрать можно, и огурчиков мы немножко собрали. Баклажаны сейчас поливать буду, пока прохладненько, пока не жарко. Потому что у нас до конца недели 35 градусов, а в городе так все под 42 плюсом. Это старая банька. Мы решили здесь ее, знаете как, тут ее ремонтировать надо, но мы решили пока ее отдать, вот такая небольшая, гусям. Мы ее утеплим, и здесь у нас будут гуси. Тут огород тоже туда вниз идет. Вот. Вот. Ой. В общем, работы много. Помидорки. Свекла. Тут свеклы много. Там дальше свекла. И там грядка. Вот, там горький перчик. Это начало сарая. Это старые сарайчики, мы их тоже будем через год убирать. Сейчас у нас одна задача — сделать сарай козам. Цветочки. Это курятник. Ой, где-то, не пойму, баню или что-то, опять дым прям идет. Курятник. Был гараж, но сделали под курятник, и поэтому мы оставляем его под курятник, этот гараж, потому что у нас машины нету. Может, когда-нибудь приобретем, и тогда переделаем уже в нормальный гараж. А сейчас пока будет курятник. Виноград, это зеленый, это синий. Два вида винограда. Здесь маленький кусточек возле кукурузы. Не знаю, какой будет, зеленый или синий. Ну, домик как бы мне нравится. Пусть он хоть и небольшой, но зато теперь мечта, как я и сказала, сбылась. Я очень рада, что я теперь буду постоянно у себя. И не буду больше снимать какое-то жилье в плане дома. Так что верьте всегда в свою мечту, и она обязательно будет у вас в руках. Она как бы исполнится. Никогда не отчаивайтесь и никогда не думайте, что мечты не сбываются. Они сбываются. Но просто надо время, как я говорю, всему свое время. Вот. Всем привет! Вот, начало положено. Потихоньку начинает муж строить сарай. Сегодня еще привезет... Ой, балки, не балки, они как-то называются, я не знаю. Я не строитель, извиняюсь. Поэтому сегодня привезет вот на эти углы, чтобы основа была держать за что. Другие деревяшки. Вот, сделал вот такое вот перекрытие такое делает, чтобы... Немножко сюда вниз идет огород. Козам вот эта вся длинная сторона будет для летника. И сарай не будет закрываться в дальнейшем. Они захотят — зайдут, захотят — выйдут. Вот. Вот такой красивый у нас забор тут. Надо будет потом поменять. Смотрите, какая красота. На дерево полезли цветочки. А бархатные, боже мой, красивые. Все дерево усыпано. Конец августа. А у нас дерево цветет. Красота. Обожаю бархатные цветы. Как бы они красивые, такие мягкие. Приятные на ощупь. Вот в этой стороне будем тоже потом в следующем году сажать. Здесь у нас господи, как она, горький перец вон там,
Вот. Там тыква, деревья. Ну, в этом году, конечно, мы не видели с них ничего. Ну, ничего страшного. В следующем году увидим. Вот. Такая вот красота хочу показать. Приехала в дом, жду плиту газовую. Должны подвести. В общем, вот, уже потихоньку начало есть. Ну, надеюсь, до хотя бы середины или до конца сентября мы построим сарай для коз. Смотрите, даже на винограде есть. Я их только заметила, их на днях не было абсолютно. Позавчера я заезжала сюда, их не было. Кукурузка. Красиво так. Красота. Цветочки, цветочки. Они реально такие мягкие. Один сорву. Оп. Они не пахнут. Плохо. Она так красивые. Там еще помидорки. Огурцы уже отошли. Сейчас надо будет ботву убирать у огурцов. И сушить козам. Ну вот, муж делает балки, прикручивает. Сперва отмерил, потом отпилил. Сейчас прикручивает уже высоту 2,10 балку. Так по краям вот будут 4 балки. Вот он железочки такие прикрутил, делает. Это еще будет снимать ее опять и отрезать, отпиливать. Потому что, видите, огромная какая, длинная. Вот. И так потихоньку сарай будет строиться. Но это будет все поэтапно. А всем спасибо за просмотр. Ставим класс, подписываемся на канал. И всем пока-пока.